В Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ 3 марта состоялась церемония открытия новой лаборатории цифровых технологий. С приветственным словом выступил проректор КФУ Дмитрий Таюрский. Лаборатория цифровых технологий именно в той области, которая сегодня и финансово емко, и затрагивает интересы практически всего населения. И что самое главное, она очень интересна для разработок. В рамках данной лаборатории студенты будут практиковаться в области цифрового маркетинга, разработки приложений, экспертных систем и технологического предпринимательства. Также руководству Акбарсбанка интересны проекты для инвестиций. Было сказано, ничто не стоит на месте, все изменяется. Мы должны за этими изменениями бежать, для того, чтобы не отставать и область информационных технологий, область цифровых технологий, область финтехнологий. Они находятся на сегодняшний день, это то, что находится рядом с нами, точнее, либо догоняет, либо находится уже впереди немножко нас. Приоритетные разработки в лаборатории – это банковская деятельность, приложения для бизнеса, страхование, транспортные услуги и многие другие. О пользе такого сотрудничества с Казанским федеральным университетом рассказал директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов. Приведение наших образовательных программ в соответствии с тем, что ожидает крупнейший в Татарстане банк для трудоустройства наших будущих выпускников именно в финтехе. Это, во-вторых, разработки исследования в тех направлениях, которые сейчас актуальны для Акбарсбанка. В-третьих, мы надеемся на коммерциализацию студенческих проектов, их стартапов, как в решениях самого банка, так и, может быть, в том, что банк будет инвестировать. После церемонии открытия лаборатории студенты прослушали лекцию «Тренды в финтех-индустрии». Теперь идеи инновационного стартапа в этой области можно презентовать в новой лаборатории. Добро пожаловать в инновационную лабораторию «Акбарс. Цифровые технологии». Елизавета Евтифеева, Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.